1 июля в Чувашии вступили в действие новые тарифы на коммунальные услуги. Подорожание укладывается в пределы, установленные федеральной службой для нашей республики. Сколько будут платить чебоксарцы и за что, напомнили на пресс-конференции в администрации города. Вкратце, холодное водоснабжение и водоотведение подорожали на 12,2%. Горячее водоснабжение в закрытой системе также на 12,2%, в открытой на 11,1% и 8,6% в зависимости от поставщика. На отопление 12,2% и 8,8%. Горячая вода и тепло от коммунальных технологий дороже, чем от Волжской ТГК. Данные приводятся в сравнении с декабрем 2014-го. В январе, напомним, тарифы не повышались. В абсолютных цифрах это выглядит примерно так. Тариф на 1 кубический метр холодной воды до 30 июня был 11 рублей 94 копейки. Это тонна воды, очищенной питьевого качества воды, соответствующей всем требованиям, стоила вот такая услуга по водоснабжению. 11 рублей 94 копейки. И с 1 июля рост 12,2%, да, произошло увеличение вот этой услуги на рубль 45. Давайте говорить не в процентном отношении, а чтобы наши горожане понимали. Произошло увеличение именно на рубль 45 копеек. И плата за холодную воду с одного человека в месяц составляет 59 рублей 38 копеек. Несмотря на повышение, тарифы в Чувашии остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. Тем не менее, суммы в квитанциях увеличиваются. Следовательно, больше станет и получателей субсидий. Рассчитывать на материальную поддержку могут те семьи, которым приходится платить за коммуналку больше 22% совокупного дохода.